Всем привет, с вами Дов. Сегодня у нас такая древняя модель Samsung S5600. И одна из сейчас проблем, которая возникала в свое время, когда они еще вышли, и сейчас тоже, это гнездо зарядки постоянно выходило из строя, отламывалось. Вот у нас новое гнездо. Сейчас мы с вами его поменяем быстро. Откручиваем 6 болтов. Вот я их уже открутил. Они одинаковые все. Снимаем панель. Сняли панель, стегнули шлейф экрана, камеру сняли, далее флеш, вспышку, шлейф с динамиком. Здесь еще 2 болта на плате у нас черных. Откручиваем. Снимаем тачскрин, вернее разъем тачскрина, снимаем плату, кнопки, не забываем отклеить, они на скотче у нас сидят, боковые, кнопка звука, то же самое, сняли, далее снимаем вот этот пластиковый корпус с виброзвонком. Можно его, лучше, наверное, его отпаять, чтобы он не мешался. Сняли. Далее снимаем динамик с другой стороны, потому что греть будем термофеном снизу. Больше ничего снимать не надо. Можно поставить держак, можно вот таким вот образом, как я поставил, просто чтобы плата свисала. Паяльник, термофен. Я ставлю температуру 400. Греем снизу. Я вам покажу поближе. Снимаем. Сразу же ставим новое на его место. Греем снизу. Сел на свое место. Можно прижать вот так не сильно. Далее. Проверяем вот эти вот контакты. Можно проверить под микроскопом. Лучше проверить под микроскопом. Вроде все целое. Два контакта у нас первых не припаялись. Не всегда феном все схватывается. Поэтому прихватим паяльником, ничего страшного. Жало толстое. У меня в данной ситуации жало давайте сменим, чтобы не повредить диоды, которые расположены рядом. То есть толстое снимем. Поставим вот такое вот тонкое. Thank you.
этим уже удобнее. Добавьте флюс, если это необходимо. Припой. И вот таким способом напаиваете то, что не припаялось феном. Проверяем. Все припаялось прекрасно. Всегда имейте при себе в комплекте тонкое жало. Очень удобно паять вот такие вот мелкие вещи. Особенно, когда нужно подлезть в те места, куда толсто не подлезешь. Удаляем техническим спиртом флюс. Продуваем. Все, собираем телефон. Не забудьте динамик, который мы отпаяли. Виброзвонок с другой стороны. Устанавливаем на плату. Плату устанавливаем в рамку, в каркас. Кнопки на место. Камеру. Шлейф застегнули. Установили. Разъем тачскрина на место. Ставим, укрепляем плату двумя черными болтами. Ставим рамку заднюю. Давайте сразу проверим. Зарядка пошла. Это был Samsung S56 2.0. Я Дов, всем спасибо за внимание, удачного дня, подписывайтесь на наш канал, до свидания.